Universal International представляет Чили Вилли на крючке. Режиссер Пол Смит. Художники Лаверн Хардинг, Лес Клайн. Сценарист Хомер Брайтман. Композитор Юджин Падани. Продюсер Уолтер Ланц. Большой всем привет и добро пожаловать в океанариум. Здесь, в океанических глубинах, собираются зрители, чтобы полюбоваться фантастическим зрелищем. Странные рыбины, редчайшие и прекрасные, скользят нескончаемой чередой разноцветных красок. Вот это рыба-молот. А это зубатка. Она же рыба-кот. А это рыба-собачка. А это малютка рыба-шар. Смотрите, как она раздувается. Потрясающий самоконтроль. Ой, это вечная трагедия пучин, кровожадная рыба-каннибал. Плохо, конечно, но закон выживания выживает сильнейший. Ну что это? Рыба-шар использует свои экстраординарные способности, чтобы выжить. Молодчина, Шарик. А уж если встретятся две меч-рыбы, жди хорошей потасовки. Время кормления в дельфинарии всегда большое событие. И туристов хлебом не корми, дай только посмотреть, как кормят дельфинов. На этой высокой платформе Смедли уже все приготовил для трапезы. Посмотрите, как аккуратно дельфин берет рыбку. Ну-ка, покажи себя, давай возьми. Эй, ты! В аквариуме рыбалка запрещена. Сфокусируй свои гляделки на этой надписи. Рыболовные принадлежности оставляют тут. Проваливай. Хватай! Готов поклясться, что это пингвин. Давай еще разок. Вот значит как. Только попробуй проделать это еще раз. Этот парень не в курсе, что он связался со старым бейсболистом. В следующий раз я выбью его на поле. А удар у него хороший, ничего. Я его сейчас спиннингом. Теперь немножко стратегии. Ну-ка, отними. Чтоб тебе! Ну и темнотище. Свет включите. Так-то лучше. Ой! Все, я зол. Я вполне готов для охоты на птиц. Мерзкие акулы. Осталось только спустить воду из бассейна. Thank you.
Одну секундочку, ты макрель мокрая. Ну, Фидо, где твой собачий паспорт? Паспорт? Эй, да я не собака. А кто же ты? Я работаю, я умею говорить. Да? Иногда я забываюсь. Я и есть собака.